Пока в России заново разгораются политические страсти, имел место один, думаю, что как раз в России, незамеченный юбилей. 600 лет со дня рождения Жанны д'Арк. Напоминаю, это та 16-летняя французская девушка из крестьянской семьи, которая во время так называемой Столетней войны между Францией и Англией явилась к наследнику французского престола, будущему Карлу VII, и уговорила его поставить ее во главе французской армии. После чего она сняла осаду англичанами Орлеана, откуда ее прозвище «Орлеанская дева», одержала еще ряд побед и карнавала Карла в Реймсе. В конце концов, она попала в руки англичан, которые судили ее как еретичку и приговорили к казни на костре. Это произошло в 1431 году, а через 25 лет Жанну реабилитировали и провозгласили героиней Франции. В конце концов, римско-католическая церковь, которая судила ее в Руане, возвела ее в сан святой в 1920 году. Тогда, по горячим следам этой канонизации, Бернард Шоу написал пьесу «Святая Иоанна». Вы мне обещали жизнь, монсеньор. Но вы солгали. А вашему жить — это значит только не быть мертвым. Хлеб и вода. Мне это не страшно. Я могу питаться одним лишь хлебом. Я никогда не просила большего. Но запрятать меня в каменный мешок, чтобы я не видела полей, лесов, сковать мне ноги, чтоб никогда уж не удалось мне взбежать на холм вместе с другими солдатами. Заставить в темном углу дышать плесенью и гнилью. Я согласна. Пусть у меня отберут моего боевого коня. Пусть я буду путаться в юбках. Пусть мимо меня проедут рыцари с знаменами, а я буду лишь стоять и смотреть им вслед в толпе других женщин. Пусть. Лишь бы мне слышать, как ветер шумит в верхушках деревьев, как жаворонок поет в синем небе и как блеют ягнята морозным утром. Без этого я жить не смогу. А если вы у меня это способны отнять, у меня или у любого другого человеческого существа, то теперь я точно знаю, что его пути не ваши пути. Вы недостойны, чтобы я жила среди вас. Вот вам мое последнее слово.